давайте быстрее. Да сейчас. Сегодня интересный эпизод. Ну что, готовы? Сегодня реально страшно будет. На тебя посмотришь, уже страшно становится. Вы что, я на вас сейчас жору натравлю? Нормально. Ты мало того, что нас на ночь ужасов позвал, так ты еще и вот это с собой притащил. А чем вам это не нравится? Угу, действительно. Фу. Эй, я же на ваших кошечек фу не говорю. Это не похоже на милую кошечку. Это милый Жора. Жора, поздоровайся с ним. Угу. Развел питомник, блин. Ладно, хамелеон, он хотя бы милый. А змея-то зачем? Змея за компанию. Вы чего? Да спокойно, Ксень. Ну, она гуляет просто. Кстати, знаете, как змею зовут? Как? Ксюша. Офигел! Да я думаю, вы подружитесь. Ты только посмотри. Да потрогай ее. Да потрогай. Можешь ее закрыть? Не, я не могу, я боюсь. Если вы хотите ее закрыть, уберите, ну, пожалуйста, реально. Вы чего? Как мы будем фильм смотреть? Если она выползет. Да вы не понимаете, это ручная змея. Вот я и говорю сидеть. Она будет здесь сидеть. Вот смотрите. Никит, это ужас какой-то. Вот, сидит. Накрой ее, я не сяду, пока ты ее не уберешь отсюда. Пожалуйста, быстрее, она опять вылезла. Никит, накрой ее, пожалуйста. Я не сяду, пока ты ее не уберешь. Ладно. Ты можешь чуть-чуть побыстрее шевелить, Никита, на нас? Здесь бургеры. Пожалуйста, Никита. Она сейчас, по-моему, на нас прыгнет. Да не прыгнет она, чего вы так переживаете? Иди сюда, брат. Нет у тебя больше выхода. Это будет незабываемая ночка. Да все, можете смотреть. Я тебе не верю. Да там уже прошел страшный момент. Сонь, проверь. Это что, катитер вступительный? Ага, ты музыку слышал, какая страшная? О, подожди, сейчас там будет. Блин, короче, Никит, я не буду смотреть твои ужастики, сам их смотри. В смысле, мы же договаривались, целую ночь ужастиков. Вот и смотри со своим этим Жорой и... О, и Ксюшей, змею Ксюша зовут. Никит. Че? В смысле, че там... блин! Ксюша сбежала! Прикол, змея сбежала. Ладно, вы идите спать. Я пока фильмы досмотрю, а потом найду ее. А, слушай, я подумала, мы же все равно собирались, да? Как бы все вместе же посидели. Да, не посмотреть. Надо садиться, не надо. Да нет, в смысле, вы идите спать. Она все равно на второй этаж вряд ли заползла бы. В целом, ладно, мы вместе побудем, да? Слушайте, ну как хотите. С краешку, да, тут где-нибудь? Кажется, я теперь вообще никогда не буду спать. Поговорили, спать не буду. Привет, Ксюш. Короче, мы же договаривались с тобой, хочу маме подарок выбрать. Давай в ТЦ сегодня съездим вместе подобрать что-нибудь. Ты реально думаешь, что я буду с тобой куда-то ходить? Что? Я никогда больше с тобой не буду гулять. Что? Ты опять меня хочешь променять на вот этого? Да я не хочу, я уже тебя променяла. Ну ты же моя лучшая подруга, я что, теперь одна пойду? О, Ксюш, наконец-то ты здесь. Пойдем уже быстрее. Да-да-да, пойдем, а то... Эта отстойная Соня не понимает, зачем что я с ней никогда общаешься? Не пойду. Стойте. А как же я? Вы же не можете со мной так поступить. Я не могу остаться одна. Фу, ну и кринж. Пойдем в кино. Нет, я не останусь одна. Стойте. Почему я не могу идти? Ребята! Ребят, подождите, ребят! Ты че? Фу, да фигня какая-то приснилась. Ужастик, что ли? Ну, типа того, да. Ха! Ксюха, просыпайся! Ты слышала? Просыпайся! Давай быстрее, она все поняла. Она поняла, что мы ее предадим. А мы так не сделали. Как предадите вы чего? Я же твоя подруга. Подруга, подруга. Она думает, она моя подруга. Ксюша, Ксюш. Ты дружишь со мной? Отвечай! Да. Ты не оставишь меня одну? Нет. Вы чё орёте, а? Да там Соня страшно. Да смотрите. Ничего, все нормально. В смысле нормально? А ты чё, с мягкой игрушкой смотришь ужастики? Да просто лягушку себе хочу ядовитую, примеряюсь. Никит! Ты чё? Вы чё? Мне и так из-за твоих ужастиков кошмары снят. Слушай, я слышала, что чтобы ужастики не снились, чтобы уснуть, нужно что-то доброе перед сном посмотреть. Да, я тоже слышал. Вот девчонки, конечно. Сыночек, иди кушать, оладьи уже готовы. Сейчас приду. Сынок, они сейчас остынут. Сейчас иду, мам, иду. Иду.
Где оладьи? Вместо оладьи будет укол. Я врач. Какой? Нет. А где моя мама? Она разрешила мне сделать тебе укол. Неправда. Все, попал ты, попал. Нет, она не могла. Иди сюда. Она не могла разрешить. Она не могла разрешить. Эй, стой, 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 стой ты. Я не дух, не люблю уколы. А у меня аллергия. Куда ты пошел? Ты не уйдешь от этого. Помогите. Я все равно тебя поймаю. Нет. Нет, я не надо, я сам вылечусь. Пожалуйста. Далеко ты все равно не уйдешь. Я тебя все равно уйду. Ну как же ты сбежишь? Ноги-то у тебя привязаны. Чего? Отстань. Надо тебя подержать, чтобы ты не дергался. Нет. Это сон, да? Да ну его нафиг. Кто, ёлки, вы тут? Ксюша, Соня, вы где? Сонь? Сонь, просыпайся. Соня, просыпайся. Фух. Что такое? Это так, просто не спится что-то. Тебе ужастик, что ли, приснился? Да нет, ты чего? Мне ужастики не снятся. Даже если приснились, я же не боюсь. Я просто змею хотел свою найти. Точно. Ты чего? Я забыла, что она потерялась. О таких вещах нельзя забывать, это же змея. Да это... Ты завел тут всяких животных. Зачем нас тогда вообще в гости позвал, если у тебя змеи сбегают? Вы сами пришли, мы же договаривались. Походу, никогда в жизни больше не усну. Ты чего? Ты чего? Ты чего? С тобой все нормально, все нормально, все нормально. С тобой нормально. Эй, эй. Где ребята? Никита, твоя змея точно здесь? Может, она на улице уже? Не, она у меня это привередливая, холода боится. Я не вижу нигде. А, нашел, вот же ты моя любимая. Фу, убери ее. Я вот и убираю. Вам бояться не стоит, она же вот моя хорошенькая. Нет, убери. Ты че, это мармеладная змея? Я просто ее там внутри нашел. Мармеладка. Есть, конечно, не буду после пола. Фу, ты дурак. Все равно это противно, убери. Да ладно, это же просто мармелад. Че это? Ребят, тут это рептилия. Ксюш, молодец. Змею нашла, видимо. Только это не повреди мне ее. Она у меня ласку любит. Уйди, гадина. О, тихо. Я извини, и не хотела обидеть. Люди только. Никита, забери эту свою. Хорошенькая. Напугали они тебя, да? Ты что ее пугаешь? Нормально, убери ее. А тебя напугают, нормально будет? Никит, возьми ее уже, пожалуйста, в руки. Вообще спать хочется. Ага, типа из-за моей змеи нам всем кошмары снятся. В смысле из-за твоей... Подожди, тебе тоже кошмары снятся? Нет, вы что? А, только что спалился. Тебе тоже снились? Да. Признайте уже, что нам всем приснились кошмары. Ну да, хотя бы я не одна уже радостно. А у тебя что? Страх толпы. Ну вы, конечно, даете. Одна одиночество боится, другая толпы. Угу, а самому-то что приснилось? Да, давай, колись. Мне приснилось, что я в игру проиграл. Это мой единственный страх. Угу. Ой, да конечно, что ты гонишь? Да серьезно, я ничего не боюсь. А, так мы и поверили. Ты по-любому каких-то клоунов боится. Ничего не боюсь. Короче, все, я пойду с Ксюшей. Не с тобой, а с ней. Блин, где она? Трэш, только что же здесь была? Так,
она же могла вниз побежать, туда проще. Сделай с этим что-нибудь. Что я сделаю? Была бы она здесь, я бы, может, и сделал. Вам бы лучше от своих страхов избавиться, а то вы до конца жизни будете с ним бороться. Ага, избавься от своей змеи. Ты что, самый умный? Да, умный. Если хотите, сами от нее избавляйтесь. Она вообще-то здесь вправе жить так же, как и вы. Никит, ты что, офигел? Ты нас одних в доме со змеей оставил на ночь? Ну да. Спокойной ночи. Пойдем аккуратненько вниз, да? Пойдем, пойдем, пойдем. Там светло. Если что, мы ее увидим. Главное смотреть под ноги. Да. А они по стенам умеют ползать? Наверное, я не знаю. А может, и сверху слезть? Быстрее, 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 Ксения! Достали эти девчонки. Только придумывают что-то. Ты как, Жор, тоже так считаешь? Ну да, я тоже так думаю. Глупые девчонки. Никита! Давай делать укол! Процедурки! Так, это мой сон, это мой сон! Я могу его контролировать! Никита. Я могу его контролировать! Никита, иди сюда! Я могу его контролировать, я могу! Кайф! Хана вам! Эй, спокойно, спокойно. Мы всего лишь твои страхи, что такого? Да, только вы забыли об одном, у меня нет страхов. Ой, больно, ты правда думаешь, что ты можешь контролировать свои страхи? В смысле? Ты очень болен. Иди сюда. В смысле? Тебя вылечим. Ой, нет, нет, нет. Вы ничего делаете. Отпустите меня. Отпустите меня, горгульи. Я не хочу, нет, я боюсь докторов. Я ненавижу докторов. Мы знаем. Мы будем тебя мучить. Пожалуйста, не хочу укол. Я боюсь врачей. Вы что здесь делаете? Это моя комната. Ты реально боишься врачей? Нет. Вы как вообще сюда зашли? Я дверь закрыл. Хорошо, что есть запасной ключ. Так, а ну нет, пошли отсюда. Все, выходите. Я ничего не боюсь, ответа для вас. Да ладно, ладно, ладно. Нет, ну у всех есть свои страхи. В этом нет ничего стыдного. У меня нет страхов. Вот как раз пока ты так говоришь, они у тебя и будут. Тебе просто нужно от них избавиться. Ничего я не боюсь. Просто эти врачи... Как-то раз в детстве меня мама повела к доктору. И она говорит, всего лишь комарик кусит. Там нифига не комарик. Она вот такую машину достала и как... С тех пор я боюсь врачей. Вы чё ржёте? Мы не ржём. Короче, Никит, просто соберись, признай свои страхи. Вот я, например, признаю, что я одиночество боюсь. Ксения боится толпы. Да. Ты боишься врачей. Не боюсь, я просто ими чуть-чуть пугаю. В любом случае, ненормально, что нам всю ночь снятся одни и те же кошмары. Ладно, пойдем что-нибудь придумаем. Так, если что, напоминаю, я все еще боюсь змеи. Тут мы все проверили, ее тут нет. А вот Ксения аккуратно. Что с вами не будет от змеи? Кусит разок для профилактики. Ты что там столько сахара насыпаешь, Никит? Мы так точно не заснем. Я вообще без сахара пью. Сахар успокаивает, и я только себе его сделал. Если хотите, можете пить без сахара. Главное, ромашку добавь. Да, она успокаивает. Там все, и ромашка, и базилик, и шалфей. Что хотите, нате. Какой шалфей? Ты что, шалфей добавил? Ну, там смесь трав какая-то была, но ромашка тоже входила. Ладно. Так, садись. Как в поезде. Кстати, мне в поезде очень хорошо спится. Вот я сейчас представлю, что мы в поезде. Здорово, в поезде только от врачей не убежать. Да не должны тебе врачи присниться. Да, если будем следовать нашему плану, то не приснится. Напомните-ка мне еще разочек, что у нас за план? Успокаиваемся, выдыхаем, пьем чаечек и ложимся спать. Классный план. Я думаю, ко мне прям никакие ужасы не придут. Так в том-то и дело, что они придут. Так это хорошо. Ты главное их не бойся и все. Только может перед тем, как мы уснем, Никита все-таки найдет свою змею и спрячет ее в коробку? Давайте так. Змея самый безопасный житель этого дома. Ага, вот заползет ночью мне под кофту. Будет так безопасно. И что? У меня вид змеи, которая без зубов. Поэтому она даже укусить тебя не сможет. Ты опаснее для нее. Она вас боится и спряталась где-то. Если я сказал найду, значит найду. Так, все, давайте допиваем чай и ложимся спать. И когда к нам придут ужасы, нам нужно их опередить
Напугать их первыми? Каким образом? Ну, например, накричать на них. Так я кричал, не помогает. Не от страха. Будьте сильнее, чем они. Атакуйте первыми, говорите. Я вас не боюсь, вы страхи. Легко тебе сказать. Ты всего лишь толпы боишься. Там можно крикнуть, и все разбежались. Ага, это для тебя всего лишь толпа, как для меня это всего лишь врачи. Так и у меня что? Я крикну, и ко мне сразу куча друзей прибежит? Ну, у тебя реально самое сложное. Ну, в том-то и дело. Тогда ты... Ты, когда останешься одна, займи себя чем-нибудь. Как будто бы тебе не страшно. Страшно быть одной. Не знаю, тяжело представить. Ну что, засыпаем? Да. Мне папа говорил, чтобы заснуть, баранов считать надо. Раз. Закончились бараны. Ха-ха. Овец считай, значит. Их на одну больше. Ха-ха. А что, вы можете не мешать мне уснуть? А выключите свет, я не могу при свете спать. Не отворачивайся, мне страшно. Вот сейчас сам выключу, чтобы хлопка у меня. Ну и чё, где вы? Я, если что, вас не боюсь. Так, эй, выходите по одному. Боже, чё за бред? Ну как же, блин? Иди к нам! Не бояться, не бояться вас. Я вас не боюсь. Я вас не боюсь. Я вас не боюсь. Так, это сон. Это всего лишь сон. Ребята, ребят, я же не одна, вы же меня не бросите? Куда все делись? Так, ладно. Мишка, Мишка, Мишка. Так, мы будем с тобой. Мне не страшно, я совсем не боюсь. Что там Ксюша говорила? Надо попробовать себя чем-то занять. Так, чем заняться? Книгу почитать. И исторические романы. Нет, это скучно как-то. О, Дарья Донцова. Детективы, отлично. А, ты одна, ты одна. С тобой никто не хочет общаться. Пошли вон! Я не одна, я не одна! Я читаю книгу, у меня медведь есть, я не одна, пожалуйста, уйдите! Получилось. Я справилась. Вы мне ничего не сделаете. Мы пошли отсюда вон. Мерзкие врачи. Что он сказал? Он сказал, что не боится нас. Да, не боюсь. Ха, смешная. Вы стали сильнее. Отпусти! Почему вы стали сильнее? Камин! Эй, не надо в камин! Камин! Не надо в камин! Сейчас мы тебя вылечим! Не надо в камин! Стойте, все! Извините, все, я все-таки вас боюсь! Почему это не работает? Нет. Вот жесть. Ура! Я справилась! Не справилась. Ты одна! Ты одиночка, с тобой никто не хочет общаться. Да, ни о кого вокруг нету, понимаешь? А ну вон! Вон, я не одна! Вон? Так мы только с радостью. С тобой же никто не хочет общаться. Неправда! Правда! Правда, Крида, 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 правда. Нет! Тоже не получилось. Ага. Фигня какая-то. По-моему, только у Ксюхи получилось. Он спит, как убитая. Что, тебе врачи опять снились, да? Самое страшное, что врачи в роли вас. Да. Наверное, то, что ближе всего, то, что ты запомнил, то тебе и снится. Наверное. Только не помогло на них наорать. Они только сильнее стали и меня забороли. Да, мне тоже не помогло. Я кричу, а никто не приходит. Хорошо, что в реальности не так. Спасибо. Спасибо. Вы самая лучшая толпа в мире. Слышишь? Да, я буду всегда перед вами выступать. Спасибо за эти аплодисменты. А, я поняла. Что ты поняла? Как она поборола свой страх. И как? Ну, она не кричала на него, она его приняла. Ну, так и должно быть, понимаешь? Просто свыкнуться с этой мыслью, принять свои страхи. А, кажется, понял. Игнорировать, типа. Ага. Ну-ка, еще раз попробуем. Похоже на какое-то дебильное соревнование. Фух.
Эй! Мы здесь! Так. Иди сюда. Слушайте, я честно с удовольствием. Но дел много. Мне еще в плойку поиграть надо. Воды будете? Ты не понял? Мы твои страхи. И мы сделаем тебе укол! Да давайте, окей, время как раз есть. Где у вас, куда укол? Подожди, мы сегодня не можем тебе укол сделать. Давай мы на завтра перенесем. На завтра? Ладно, окей, давайте завтра. Так, а почему ты нас не боишься? Укол! Мы тебе сделаем укол! Да, да, хорошо, сделайте. Ну, вы только время мне скажите и дату. То мне тоже надо по своему календарю согласовать. У меня дела, учеба. Хам! Мы не будем тебе делать укол. В смысле, как? Договаривались же уже. Да отстань ты! Так неинтересно. Слушайте, ужин хотя бы сделайте, что ли? Фу! Поуважительней к страхам. Ты, пожалуйста, тоже мне. Что? Хана вам, врачи. Эй, вставайте, я поборол страх. Я просто игнорил его. Эй, просыпайтесь, говорю. Хлоп, нельзя. Ты зачем разбудил? Сон только классный был. Да, я тоже почти страхи поборола. Класс, Сонь, погнали, расскажешь. Пойдем. А я? Так интересно было. Получилось, я прям этих врачей победил. Я еще им говорю, давайте укол. Они такие, давай завтра. Я такой, давай завтра. Они такие, блин, мы не готовы там. Ты такой смешной. Вы что, меня игнорируете? Что происходит? Билеты, короче, классные нашел. Сейчас новый сериал вышел. Погнали? Ну, можно сходить, да. Вы что? Так, для начала нужно посуду помыть. А я? Ребят, а я? Ты пока посмотри, сколько там автобус. Почему вы меня-то не зовете? Вы что, меня игнорите? Ну что, Соня? Надо такси вызывать, сейчас ночь. Алло, вы что, меня не слышите, не видите? Ладно, я вызову на двоих. Нормально будет, скинемся. Да, да, хороший день, я тебе скину. Вы что? Стоп! Стоп! Попкорн еще купим. Угу. Я поняла. Это все время был мой страх и мой сон. Я боялась, что вы меня будете игнорировать. Кстати, а как насчет... Чего? Реально? Так, надо принять и проснуться. Так, как-то надо ущипнуть себя, кажется. Ребят, все, я поняла. Я больше не боюсь того, что вы меня кинете. Я не боюсь быть одна. Все. А можно проснуться? Ребят. Ребят. Эй, ну все. Проснитесь. Что такое? Что происходит? Ну, если что такое, мы же фильм ужаса договорились смотреть. А ты вырубилась через 5 минут. Ну, и она тоже. Капец. А тебе что приснилось-то? Ты что такая напуганная? Ты фигня. Короче, прикинь, Никит, ты купил змею, назвал ее Ксюша, а еще был хамелеон Жора, и змея сбежала, и мы ее боялись, а потом нам всем троим начали ужастики сниться. Ты боялась одиночества, а ты боялся этих врачей. Да, ну бред. Это надо такому присниться. Прикольно. А змею-то я реально завел. А хамелеон, вон он, ты просто его не видишь. Он же этот сливается. Что такого-то? Ксюшенька, по-моему, они тебя испугались. Так, а хамелеона я реально потерял. Его ж там нет. Эй, ты куда? Эй. Так, ладно. А где Жора? Жора! Жора! Блин, короче, ладно, виси здесь.